Что, друзья, всех рад приветствовать. У нас в фифке грандиозное событие. Вышли тотсики, они у вас на экранах. Есть кого ловить, много интересных карточек. Я, в свою очередь, вчера на Твиче открывал эти самые тотсики и поймал около 10-15 тотсов. Точное число не знаю, но, короче, много. Также я вскрыл 4 сборочки на кумира. Так что сегодня вас ждет большой, грандиознейший контент, состоящий из тотсов и из кумиров. А мы, собственно, с читсом желаем вам всем приятного просмотра. Ну и, конечно же, друзья, не могу не напомнить вам о моих спонсорах. Это мои хорошие легальные друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте можете найти широчайшую линию спортивных дисциплин, классные коэффициентики. И если вы еще пройдете верификацию до конца, то получите шикарный бонус фрибет в размере 1000 рублей. Ссылка будет в закрепленном комментарии. И всем удачи. А если вам нужны монеты, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Блять, недавно, короче, в FIFA у меня такая хуйня была. Посмотрите на физику мяча. Вы когда-нибудь такое видели, блять, нахуй? Чё это, блять, такое? Просто на нахуй, блять. Все, погнали. Начинаем. Ищем тотиков. У меня 8 спаков плюс. Так, второй тайм называется пак. Давайте откроем. 70 тысяч монет. Опа, первый тотс. Первый тотс, пацаны. Испанец, форвард. И это... Ёбаный Марат. Еще 3 финты, пиздец. Ну вот как можно, блядь, тот с карте не накрутить финтюшек, блядь? Ну 3 звезды, ну вы что, прикалываетесь, что ли? Кажется, все, наоткрывались. Ошибка связи. Опа, 2 информа в одном паке. Плюс 86 рейтинг, 85 и 83. Нихуя себе. В таком хуёвом паке это довольно-таки успешно выглядит, вам не кажется? Так, я вот не знаю, типа, есть ли смысл сейвить эти паки? Будут ли они падать с тотсиками? 10.82 плюс. Опа, тотс имеется. Тотс, кто это? Испанец, вратарь Дехея. Что-то пока по испанцу я только иду. Номинант. Тоти номинант. Ой, тотс номинант. О, японец. Японец Ито. Здорово. На какую-нибудь будущую велку с японцами идеально залетит. Два игрока 86 плюс опять. Без тотсов. К сожалению. О! Мбаппе, друзья, упал. Мбаппе упал. Только зачем он мне нужен? Вопрос хороший. Так, ну что, друзья, Мбаппе пришел. Мбаппе ушел, как говорится, на СБЧ. Опа, тотс. Ну, давай, Бразилия. Бразилия? Не ЦЗ. Ну, не ЦЗ, ПФА. Бля, опять центральный защитник. Не, это Кудус. Опа. Пак неплохой, кстати. Лукаку еще упал хайрейтовый. Так, сейчас, секундочку, друзья. У меня очень важная миссия. Нужно сходить за чаем и тортиком. Главное, аккуратно пить чай. Аккуратно пить чай. Очередной кумир на моем аккаунте. Надеюсь, это будет не ЦЗшник. Открываю. Все, друзья, я открыл. Смотрите, какой стильный. Посмотрите на эти бутсы. Посмотрите на эти гетры. Ой-ой-ой. Ой, бля, физуха 74, это уже не ЦЗшник, друзья, это не ЦЗшник, как я рад. 46 защита, блядь, это стена какая-то. Баланс 68, передачи говно, удары зато 94, скорость 85, ну это пиздец, ну это, тут даже гадать не имеет смысла, это ебучий Ван Перси, блядь. Вторая сборочка на кумира, сюда отправляется сразу 4 кумира. Блять, опять обычный кумир. Когда мне что-нибудь хорошее дают? Так, белые бусы. Намекают на что-то невероятное, друзья. Просили, чтобы я в клубе поискал. Ну, давайте. Может быть, это гулит? Пиздец, блять. Я в ахуе, блять. Ну, что мне падает? Ну, что это за пиздец? Мне Куман упал, нахуй. Опять ёбаный центральный защитник. Ну, у меня есть его фьюдбёрздая версия. Нахуй мне даете, блять, этого бомжа? Бля, две такие стенки лютые, ну просто пиздец. Ван Перси и Куман, два голландца. Дропом на основном аккаунте, сказать честно, я не очень доволен. Поэтому идем на бездонатный аккаунт. Так, на бездонатном аккаунте у меня 57 паков. Наконец-то, тотса мы увидели на бездонатном аккаунте. Шотландец, ЛЗ, это, блядь, нихуя себе, Робертсон. 400 тысяч, заебись. Наконец-таки на моем бездонатном аккаунте праздник. Его в теории залинковать даже можно как-нибудь. Ух, еще и Кокцу.
Два ТОЦа в одном паке, нихуя себе. Вот это красота. Первый ТОЦ в основной состав — Робертсон. Конечно, жаль Капдевиллу, но по остаткам он полностью проигрывает. Хотелось бы, конечно, еще увидеть. Так, набор с 5 игроками 84. Смотрим и ждем ТОЦа. ТОЦ имеется, пацаны. Голландец Симмонс. Блять, ебаный Верман, забайтил меня. Так, еще один пак. Опа, номинант, блять. Ну, в номинантах вряд ли там что-то хорошее будет. Естественно, это центральный защитник. Кстати, ТОЦы падают чаще. У меня 7 ТОЦов и всего лишь 2 номинанта. ТОЦ, пожалуйста. Англия. Сопник. Райс. Блять. Ну, кстати, Райс выглядит неплохо, вам не кажется? Так, ну что, друзья, мы на бездонатном аккаунте. Сборочка на кумира готова. Сюда отправляю Занетти, который мне последний раз упал в этой сборке. И Беркамба. Кумир дня рождения, друзья. Ебать, это может быть что-то хорошее. Аргентинцы есть там? Блять, это Верон. Ёбана, народ, пацаны, блять, это ёбаный Верон. Дали вот надежду на что-то хорошее. Типа, кумир дня рождения, ебать, мой хуй. И тут, блять, говно какое-то упало. Ну, типа, геморрайш практически по всем статам его ебет. Типа, его в теории можно как-то затестировать, но, опять же, когда есть Бруно Геморрайш. Да, слушайте, друзья, возможно, сейчас второй кумир подъедет, судя по всему. Блять, нормально вообще, слушайте. Да, будет вторая сборочка. Пандос, парился ты насчет волос, когда начал лисеть? Я вот сейчас с проблемой... Да вообще похуй, честно. Типа, мне никогда вообще не волнует. Мне иногда выписывают, типа, какие-то вещи, типа, ебать, ты лисеешь. Мне вообще похуй, вот честно. Без пиздежа и без капли иронии, мне реально похуй вообще. У меня друг был, который начал лысеть, блядь, в 18 лет, блядь. Я еще лысеть начал не так уж и рано. Ну что, друзья, еще один кумир. Пока что три сборочки и все прям пососные. 82 физуха. Вносливый, напористый, силы нет, чуть-чуть прыгает. 64 защита. Бля, есть ощущение, что это какой-то Пирло, Хави, вот что-то... Ой, боже мой, пиздец, ну что за стена ебейшая. Не стоило это того, блять. Чё-то, друзья, последние сборочки кумиров прям пиздец. 8 сборок суммарно у меня за последнее время этих самых кумиров, и просто пиздец какой-то. Так, ну что, друзья, Weekend League у меня тоже тут отыграна. Конечно, условия тут интересные были — отыграть по 3 матча различными лигами. Но вскрывать я эти паки сейчас, естественно, не буду. Буду открывать, когда там будут тематические лиги. Так, ну и давайте смотреть на обновленные, так скажем, награды за Weekend League. 3 пика 84+. Давайте с них начнем. Прекрасно, Жоржиньо. Второй пик 84+. Отлично. Все 3 игрока 84-х. И третий пик 84+, тоже все 3 84-х. Ну это пиздец, у меня других слов просто нет. Но у нас есть пик на 3 ТОЦа сообщества. Давайте смотреть, что здесь можно поймать. Да в принципе ничего. 3 говнаря полнейших. И второй пик ТОЦа сообщества. Класс, даже не знаю, что сказать. Такие вот награды. Так, большой набор редких игроков. 24 предмета. Шикарный пак. Этот рейтинг 84 меня просто преследует, нахуй. Так, ну и сейчас мы откроем последний, наверное, пак. 3 игрока ТОЦа сообщества. Продаваемые. Пожалуйста. Смотрим. Флаги. Англия. Цопник. Просто ужас, блядь. Кошмар кошмарнейший, блядь. Ни одного игрока дороже хоть сколько-нибудь монет. Одни и те же уроды падают, блять. А, они непродаваемые еще, лол. Вот это, конечно, подстава. Блять, награды непродаваемые за Weekend League. ТОЦ, охуеть. Так, ну и 5 игроков 85+. Это точно финальный пак. Ну, как-то так, друзья. Пишите в комментариях, что вам упало. У меня вот такой дроп, кучу ТОЦов поймал, но... Не сказать, что есть прям игроки, от которых крышу сносит. С вами был я, Пандос Фиксович. Спасибо, что смотрите меня. И всем хорошего настроения. Чао, какао.